Здравствуйте, друзья! Две недели Россия продолжает утюжить из всех видов артиллерии несчастный город Мариуполь Донецкой области. Город, который сами же россияне, вот эти российские имперцы, еще совсем недавно называли, да и продолжают называть русским. Они говорят, что это русский город, там живут русские, они говорят на русском языке, поэтому их нужно защищать от Украины, нужно их спасать от Украины. Ну а вот результаты их защиты, так называемой, да, вот что они сделали с этим городом. Посмотрите на видео, это свежее видео, снятое с дрона, вот так сейчас выглядит Мариуполь. То есть город буквально разбит артиллерией, он растерзан, горят жилые дома. По официальным данным уже 2180 человек погибли, понятно, что это далеко не окончательные данные, будет еще больше жертв. Вот так на самом деле выглядит денацификация, которую анонсировал Путин. Это так он борется с бандеровцами. Бомбит, стирает с лица земли русскоязычный, русскоговорящий, крупный промышленный город Донецкой области. Этого, конечно, никогда не покажут на российских телеканалах. Там они рассказывают, как они сочувствуют жителям Донбасса, как они их спасают. Но вот только до начала спецоперации, вот этой вот, да, до начала наступления обстрелов украинских городов, Мариуполь жил спокойной, мирной жизнью. И 2000 его граждан были бы живы, если бы не Путин и его абсолютно безумная одержимость, если бы не его безумные планы и не бессмысленная тупая война, которую он развязал. Поделитесь этим видео, обязательно донесите эту картинку до как можно большего количества людей. Это должны увидеть все и в России, и за ее пределами, чтобы все знали, что происходит на самом деле и как на самом деле Россия защищает жителей Донбасса, как она на самом деле их спасает. Пусть эту правду узнают все. Поделитесь этим видео, друзья. Ну а если вы хотите знать больше о происходящем в Украине, подпишитесь на канал, потому что здесь мы следим и дальше будем следить за ситуацией.